Так, когда ходишь по горам, надо рассчитывать четко свои силы, знания, умения, навыки, ставить правильную цель по достижению этой цели. И так нужно делать по жизни вообще, со всеми целями, которые есть у вас в жизни каждый день. Цель, задачи, цель на день, цель на месяц, на неделю, на год, на 5 лет. И добиваться, идти к этой цели шаг за шагом. Если вы думаете, что в один момент просто щелк, и вы добились цели, нет, так не работает. Каждый день нужно по чуть-чуть ходишь. У нас кто-то не дошел, они пошли вниз. Но они учатся. Маршрут, да, средний такой, не лайтовый. Такой среднячок, middle, классный. Поэтому и не дошли. Но молодцы, они 2/3 прошли. Все равно молодцы. Классно. Добивайтесь своих целей, идите каждый божий день, минуту, час. Идите. Смотрите, да, какая красота. Так вот сидишь где-то. И отсюда уходить неохота. Но скоро будет очень холодно. Не надо спускаться. Внизу белые — это облака. А мы сейчас на высоте 2200 метров. Облака где-то на уровне около 1000. Там где-то внизу кипит жизнь. Присоединяйтесь к моим походам, к турам. Буду признателен за ваши комментарии, за ваши лайки. Да и приезжайте в гости. А я помогу вам преодолеть и найти цели, преодолеть себя, преодолеть свои страхи, помочь с оборудованием, снаряжением. Подоберу вам обувь. И вообще, все оборудование, снаряжение, есть в аренду что-то. Не бойтесь ходить. Главное, сделайте первый шаг. Или проявите хотя бы четкое намерение или желание. И все у вас получится. Я верю. До меня следующий.